Мое изначальное воспитание полностью отличалось от любой ведической культуры. Таким образом, иногда увидеть, как применить это знание, это очень сложно. Но Шрила Прабхупада объясняет это очень простым, доступным языком, очень практично. Так что задача вполне осуществима. Когда вы читаете другие священные писания, то тогда эта задача кажется очень трудной и тяжелой, потому что существует так много правил, которым даже в наши дни кому-то будет очень непросто следовать. И если не понимать контекста, в котором это следует рассматривать, или не понимать, как применять вещи в зависимости от времени, места и обстоятельств, то это приведет к хаосу. Поэтому изучение Ману Самхиты в свете Шримад Бхагаватам не лишено смысла. Вы сможете понять, что следует делать. Но изучать Ману Самхиту самостоятельно будет очень сложно, потому что большинство вещей будет непонятно, почему мы это делаем. Это там не объясняется. Но Шрила Прабхупада объясняет это в своих книгах. Если мы знаем принципы, о которых говорит Шрила Прабхупада, то детали можно почерпнуть из других книг. Таким образом, все следует рассматривать. Шрила Прабхупада, он наш Гуру Чакшуш. Мы должны видеть все его глазами. Когда мы понимаем это, то изучение других шастр не является проблемой, потому что вы находите способ, как все соединить. С другой стороны, если у вас этого нет, вы можете увидеть, как каждая шастра говорит о чем-то другом, и вы начинаете совершать оскорбления. Даже мы видим, мы можем сказать, что даже некоторые ачарьи, они могут говорить о разных вещах, и они внешне могут иметь противоречия, если вы не понимаете связи. Так что это первый и главный вопрос, на который мы сосредотачиваем внимание в нашей академии, просто научиться видеть связь, чтобы видеть все в свете Шримад Бхагаватам. И за это я очень благодарен, потому что такое понимание на самом деле дает правильное видение. Jaya Ram.